Он гордо держит в руках заслуженную путевку. В маленьком листе бумаги большие перспективы. Уже на этой неделе Михаил Самсонов отправится отдыхать на Мастряковские озера. Получил двухместный дом с тамбуром на одни сутки. Несмотря на это, путешественник снова изучает интернет. На сайтах туристических компаний много интересных предложений и горячие туры. Возможно, после отдыха на Мастрюках он вместе с семьей отправится в Грецию за новыми впечатлениями и будущими наградами от проекта «Гистуризм». Каждый год куда-то мы, конечно, ездим, стараемся, по крайней мере, найти такую возможность. И находим ее. В конце года телеканал «Самара ГИС» подведет окончательные итоги конкурса. Из всех победителей выберут лучшего. Напоминаем, что свои фотографии для участия в конкурсе «Мир путешествий» нужно присылать на почтовый ящик turism@samaragis.ru. Не забывайте указывать имя, фамилию, название фото и место съемок. Ольга Павлова, Станислав Левин, ГИС «События».